Сегодня братская Кабардино-Балкария отмечает День возрождения балкарского народа, символизирующий торжество справедливости и правды. Как отметил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Цемризов, балкарцы, несмотря на тяготы и испытания в годы депортации, сумели, сохранив свою культуру, стать неотъемлемой частью многонационального народа России. Достойно и честно трудясь, они вносят весомый вклад в развитие родной республики и всей страны, при этом не теряя свой колорит и самобытность. Традиционно в этот день в Кабардино-Балкарии проходят праздничные мероприятия, в которых в нынешнем году принимает участие и государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус». Прибыл он туда в составе 49 участников и привез 4 танцевальных номера. Показать тем самым тесные добрососедские отношения между двумя братскими северокавказскими республиками.